реагировать. Все, все мое. Как оказалось, Боня обрела новый дом почти сразу в день пропажи. Мужчина нашел обезьянку в городе и отвез к себе на КСК. По его словам, он даже не знал, что трехгодовалую макаку ищет вся чета. Телевизор он не смотрит, в интернете не сидит. О том, что он стал счастливым обладателем 50 тысяч рублей, мужчине рассказали соседи. И он тут же связался с цирком. Никто бы не смог справиться с обезьяной, если это не цирковые. Не все, кто, ну вот именно, должны уметь. Вот, она же, ну да, обезьяна, оставить ее дома сразу, домой прийти к евроремонту, только новому. Вот, она все обдерет там. Макаку сразу отвезли к ветеринару на обследование. У Бони поранена лапка, сильный стресс. Поэтому на арене цирка читинцу увидит ее только в следующем сезоне. Единственное, что 19 марта она выйдет на представление, чтобы отблагодарить своего спасителя и вручить 50 тысяч рублей. За дочку в этот вечер будет отдуваться мама Чита. Я вообще как бы уже потеряла все надежды. То есть, ну все, то есть, ну смысл, потому что холодно. Ну я вообще не, даже не думала. Мы везде ездили, везде смотрели, то есть везде, любая какая информация про обезьянку, везде. Я приезжаю, и, то есть, ну, действительно, она, я, у меня даже, у меня непередаваемые ощущения, то есть, как что со мной было там. Валерия Квашнина, Константин Васильев, ЗапТВ.